Покойная душа. Неупокойная душа выходит, идет в клетку. Снимаются маски и голограммы, неупокойная душа пристается гласно своему эфирному коду ДНК. Люда. Люда, как давно ты находишься в моем биополе? 2 часа. По какой причине пришла? Я вижу, что ты двери открываешь. Открываю. Я задам тебе пару вопросов. Как давно ты закончила свое земное воплощение и в каком возрасте? 76 лет. 8 месяцев назад. А почему сразу не ушла? Любопытство. Получила свой опыт? Опыт узнала. Интересный. Всегда мы хотели при жизни узнать, что по ту сторону. И как ты опишешь этот опыт своими словами сейчас, с этой позиции, перед тем, как я тебе открою портал? Абсолютно безболезненный переход, где ты не понимаешь, в каком ты состоянии. Ты продолжаешь жить, но в какой-то момент ощущаешь, что тебя не видят и тебя нет. Я вижу все, все понимаю и слышу. Но когда я говорю, меня никто не слышит. И вот тут приходит разочарование и понимание, что ты уже не там. Ты как мать и бабушка, пытаешься еще что-то подсказать, научить, но тебя уже не слышат. И это сожаление. Ты чувствуешь это сожаление. Но потом, наблюдая, ты понимаешь, что могут и без твоих советов. Поэтому пора идти дальше. Абсолютно верно. Благодарю за эту информацию. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Иди в этот портал. Твой куратор тебя встречает. Встречает ее? Я готова и получила прекрасный опыт. Благодарю вас за это. Во благо. Всего наилучшего в новой жизни. Ну, ушла. Закрывай, опечатывай, растворяй.